Представители партии «Республика», обеспокоенные вопросами гендерного неравенства, особенно на руководящих должностях, сегодня кандидаты в депутаты встретились с жителями Костанайской области. Агитгруппа отправилась на одну из крупнейших кондитерских фабрик. Говорили партийцы с потенциальными избирателями о производстве конфет и, конечно, о своей предвыборной программе. После республиканцы подвели промежуточные итоги электоральной кампании. Проблемы в сфере ЖКХ, земельные правоотношения, все проблемы, которые существуют в образовании, в здравоохранении, все эти вопросы нам население говорит.